В Видном состоялся первый форум предпринимателей. Своим опытом поделились 12 успешных в бизнесе людей. Каждый из них занимается делом, которое им не только нравится, но и приносит хорошую прибыль. Предприниматели рассказывают нам, ну вот обычным людям, у которых еще пока нет ничего, как правильно открывать бизнес, с чего это начать, что нужно для этого, что придется испытать, какие цели перед собой ставить. Вот, и он реально поможет людям, у которых в голове уже заложено, что он хочет стать предпринимателем в будущем, набрать опыт от этих спикеров, от предпринимателей, у которых есть свой бизнес, и в дальнейшем может открыть какое-то свое дело. Организовать такой форум было непросто, и инициатору пришлось хорошо потрудиться, чтобы осуществить свою задумку. Дмитрий Базылев, ведущий и идейный вдохновитель мероприятия, попытался поставить собственный опыт в пример другим, отвечая на главный вопрос встречи – как стать успешным? Я работаю ведущим. У меня было 10 мероприятий, и я довольно-таки легко живу, у меня нет каких-то тягот. Вот, я распределяю свободное время абсолютно так, как я хочу, его много. А люди работают годами на одной и той же работе, чтобы повысили зарплату на 5000 рублей, на 10, а это же так много. Хотя они могут развивать что-то свое и получать от этого удовольствие. Главная цель этого форума – мотивация людей. Все пришедшие предприниматели открыли свои бизнес-секреты и рассказали, как же стать успешным. Предпринимателю важно, наверное, достоять. Вот когда все уже сдались, предприниматель стоит и идет в своем направлении. Это очень важно. Это очень, ну, дико трудно. Но если просто делать каждый день маленькие шаги, сквозь боль, сквозь вообще все преграды и барьеры, то результат будет, потому что успех – это всего лишь количество попыток. Самым юным предпринимателем форума оказался Герман Глущенко. Ему всего 12 лет, а у него уже есть свой интернет-магазин. Своим примером он показал, что бизнесменом может стать каждый, и неважно, сколько вам лет. Главное, чтобы был интерес и мотивация, и тогда все получится. Очень хорошо, когда что-то лежит в кармане, когда ты уверен в себе и когда ты вот что-то делаешь. Мне сам по себе очень нравится бизнес. Поэтому я решила, почему бы мне самому не сделать что-то подобное. Каждый пришедший на форум предпринимателей понял, что ничего не строится на одних удачах. Всегда на пути к успеху будут встречаться большие и маленькие испытания. Но стоит только начать, и все обязательно получится.